Дорогие братья и сестры и канал «Жизнерадостный Дяк», я опять обращаюсь к вам за помощью. У меня после операции по удалению камня в мочеточнику, мочеточник сузился, и теперь плохо отходит моча. Чтобы спасти почку, мне нужно поставить стент на год. Это стоит 10 тысяч гривен. Помогите мне собрать эту сумму. Спаси Господи вас всех. Мариночка уже обращалась к нам, и мы ей помогали. И я думаю, что такую сумму мы обязательно соберем, обязательно поможем, потому что не дай Бог потерять почку. Это ужас, вообще даже не хочется представлять. Пока здесь вот я, Леша забил гол, прям думаю, быстренько включусь и, скажем так, добавим немножко жизнерадостности в этот ролик и обязательно Марине поможем.